Это all random, пацаны. Так, ну что, друзья, поехали. Поехали. Давайте с Димкой сыграем. One more time. Окей. Dota 1 только играл, проиграл одно. А, братан, это нормально. Значит, играй приватные катки. Гуралеватик. Вот так вот. Что там у них по рандому? Пит. Хорошо. Жесть. Ну, чё, на Ксине можно. Нормальная рандомка выпала. Красавчик, спасибо, ребятки, всех приветствую. Let's go. Let's go. Так, значит, это будет в любом случае выход вот в эту тему. Сэшка, вардик. Хорошо. Сэшка, вардик. У них там саппорт хороший. На меня есть хорошая тема. Нормально подсвапались. Все, так, оставляем. Так, кто в центральной будет? Если там будет боны, ну докупим. Докупим, если что будет. Короче, на Ксине секондовая, гейминговая. Я не хочу, если честно, Гирыча. Знаю, второй слотик очень слабенько играет. Это спонсор нынешнего месяца. Просто знаю, что... Ну и не хочется обижать, потому что он на Ксине в любом случае не справится. Добрый вечер, жизнь нормально, здорово. Здорово. Как говорил Дима, надо зайти с фейка и сыграть. Тогда вот, ой, с фейка, с мейна зайти и сыграть по-человечески, как говорится. Ну давайте сыграем. У нас по пику вроде получше, по рукам я не знаю. По рукам вроде нормально, там восьмой слот более-менее играет. Хоть и Милосер вроде неплохо тоже играет. ХП, let's go. Так, первые крипы пошли уже. Но как обычно, дефолтный дискорджан будем делать. Хорош, центральный, вот это сюда и погнали. Да не, ребят, хорош, давайте без негатива. Всех рад видеть, парни, вчера не было стрима. Сегодня у нас вот такой вот геймплейчик. Сегодня стримчик чуть-чуть раньше начали. Чуть-чуть раньше. Так, это у нас что? У нас тут трал на медецком, да, будет? Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны... Надо щиток, парни, брать. Походу, да? Да, щиток в студию. И хилочек дополнительный. Хилочек дополнительный надо. То есть как он меня душит? А я еще не раскликанный, первую катку я не играл, у меня... О, не переагривается, у него варда, походу, нету, да? То есть... Это он меня задушил без щитка. Не подходим. Первая катка, сейчас у меня звука нету. Во, чуть получше. Третий левел апнем, будет полегче. Я видел, ты на канале писал про сундук, это такой бред на самом деле. Так, ну тяжелый лайн будет, да? Пацан такой. Сейчас у меня щит спадет сразу за второго. Жесть, это люто. Хорошо, регены пошли. Регены пошли, тяжелый мид будет. Ничего, это первое время, в принципе, трал. Такой мидер, трал тычкует, раскидывает тандер. Тандерклэп и лютая вещь. Он опять Thunderclap стики надо взять сейчас. Странно, почему у меня не переагривается. Крип. Хорош. Главное, тычку тавера не получается. Остальное приложится. Погнали на рун. Здорово. 4 щиточка и 2 веточки. А, точно. 4 щиточка надо, да, брат? Хорош. Здорово. Здорово. Монетка, неплохо. Хорошо. Так, стики есть, хилочек есть. Все, погнали. Парень на трале потненько стоит. Молодец. Молодец. Ну, спамит, в принципе, по колдауну, как и надо. Как и надо. 7 крипов он имеет. Доминирует, в принципе, над милишником. Это дефолт. Я бы вообще, наверное, к лайну не подпускал бы, играя на трале. Так что такой смысл. Молодец он. Первое, что купим, наверное, это батлыгу. С батлыгой поиграем. Приветствую. Здорово. Удачных каток и успею. Зайду на некс. Давай, давай. Напомни мне, пожалуйста, после этой каточки. Что нужно тебе слотик выдать. Уйди, 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 уйди. Что делаешь? Это мой зазнополец, спонсорович. Парень душит. О, стареем. Сорбеем. Давай вот так сделаем. Что у нас? Четвертый левел, кстати. Нормально пачку крипов он отзонил. Пачку крипов отзонил. Чуть погоняем, пацана. Тоже. У него хила нету сейчас. У нас хил есть. Сейчас ботл будет. Хорош. У нас есть, если что, стик. Придется, походу, стик юзать, да?
Не, не придется. ХП достаточно. Отлично. Главное, чтобы бобник никакой не пришел. Златара с Инвизовичем, да? Знаете, такой крестовскую такую трейфовую. Орол. И GG. Оп, хорош. Пойдет. Нормально. И ТП-шечку берем. И ласхить так сильно, брат. Я не раскликанный. Чисто лайк. Здорово, спасибо. Где запись стрима с розыгрышами? Я закрыл их. Зачем они вам? Розыгрыш прошел уже как неделю. Почти. А вы все эти стримы гоняете. Настало время настоящего конвента, бро. Сейчас заходишь и душим. Так, верхнюю руну он меня забирает. На трале. Жесть, первая игра, конечно, такой крипс. О, ДДшечка, нифига себе ты. ДДшка. Вчера не играл, кстати, и сегодня потяжелее играть, прям. Прям напряжно. За Пандарию, как говорится, да? Оп, только тычку не давай, жесть, там такие тычки сейчас. Братец, не души сильно. Не души. Промах. Промах, да ладно, вот это мне жесть какая. Мне сейчас хп жесть сколько засейвило. Девс на питлорде играет, какой трал. Есть. Я слот из чата не даю. Дуралей. Я этого чела забаню когда-нибудь. Он запарил, он всегда такую фигню делает. Этот чел вообще на рофле сидит. Хорош, сейчас на трала налетать будем. Маны нету, прикиньте. Стики зажал, не хватает. На бейт слетаем тогда. Пока ремнант стоит. Go. На бейт слетаем. Стой. А, все, ГГ. Микровижн пропал. До свидания, называется. Ситуация. Не души. Микровижн, до свидания, называется. Never give up. Печалька. Скажи что-нибудь новое про Марата. Марат, всем людям рад. Что еще сказать? Давайте сапожок возьмем. Тики, кстати, хорошо, статы сейчас отлично помогли. Отлично. Так, на меня гоняют. Отстаньте. Жесть, меня тут просто душат толпой. Пацаны, ну, пожалуйста, дайте пофармить, плиз. Вы поняли, да? Жесть, а что так темно у меня в комнате, как будто вебка затемнена. Видели, вторые чайны даю, чайны в молоко просто. Вижен пропадает на микросекунду. И все. Это гонки, пацаны гоняют. Жесть. Пацаны гоняют меня тут. Сколько? Три героя я на мид стянул, да? Ужас какой-то. Но я не буду подходить. О, на Б слетаем. Слот на Next будет, я дам тебе слот, я ж тебе сказал. Ты чё? Друг ты мой. Ми потруднее Волкера. Волкера. О, я ТП-шку не купил. Блин, чатик прогулял, называется, да? Чатик почитал, катку прогулял. Хорош, не душись. Так, надо отойти, да? Жесткая тема. Сразу в дис пойдем. А че меня бьешь? Вот тут крипы есть, братец. Че по крипстату, кстати? 30 крипов всего, но мидер ушел, да? Столько экспы. Хорош. У меня что-то... Бинда нету, да? Вижу. Биндок кончился. Биндочек кончился. Фармируем. О, да хорош.
Жесть, меня гангают. Дай чайный сделать. Ой, хорош. Жесть, они вообще меня тут прессингуют. Вообще жесть как. Ужас, чего они от меня хотят вообще? Так, мне оставляй, дорогой, да? Хорош. Ремнантов нету, жесть. Вот это я понимаю, да? Задача, вы... Го 5 мид, чё вы? Жесть, что за бред? Вы видите эту игру? Пятером бегают этого хина, бедолагу гоняют. Я и так ни хрена не фармлю, они сейчас за мной бегают. Тише фарми, вообще жестко хейтят, да? Вообще жестко хейтят. Ужас. Кикнул, конечно, кикнул, брат. Я ж написал, мне нужны слоты. Спасибо, ребят, всем, кто на трансляции. От души. Там у ВГ, у этого у Питлорда, жесть. На меня гангают, не знаю, кто у нас нанизу стоит. Вивер. Вивер нанизу стоит. Фарма у меня особо нету. Фармить надо. На топ руну я не пойду. На топ я не пойду. У него саппорты, жесть, какие активны. Играют пацаны доту. Конечно, все хотят моего проигрыша, бро. Безусловно. Все хотят. Привет, турист. Аркадий, привет. Здорово. Удачного стрима. Можно будет чуть позже слот. Турист. И как турист обещал, а что, музычку нельзя заказывать? Нет, я музыку отключил. Я хочу в зарубы стримеров потом этот видос. Ну, наконец-то меня таки забрали. Боже. Таки добились они своего. Этот с инвизом еще. С инвизом. Таки додушили они меня. Ладно. Таки додушили. Турист, ты вообще говорил, закинешь как бы 200 и еще и слот просишь опять. Вот ты даешь. Хитро-хитро. Ну ладно. Разберемся. Разберемся. Гоу. Конечно, я стрим-снайплю. Видишь, как меня по миду гоняют. Как я могу не стрим-снайпить-то, ё-моё. Что там Фурион сам себя закрывает в крипах? Жесть, у меня вообще золота нет, у меня просто гоняют по всей карте. По всей карте гоняют. Ну, я тут уже не попаду. Писурину дай. О, неплохо. Ладно. Ладно. Кто еще идет? О, Леончик. И мне кнопку, брат, давай. Там все кнопки мне дают, да, походу? О, хорош. Наконец-то я хоть что-то взял. Такой бред, жесть. О! Хорош, не души. Хорош. Но это на вставочку. Хорошо. Это на вставочку. Гоудис есть. Жесть, вот это драки тут. Это драки, конечно. Драки, конечно, лютые. Погнали на руну. Хорошо, камбэкнули. Тракса заметно гличат 83-85. 85-й у нее вагона работает. Свои обещания сдерживаю, обещал 200, сдерживаю. Кидаю 200. Обещал, кидаю 200, хотел просто с музычкой. Ну, конечно, бро, спасибо. Может, этот раз, yes. Да нормально там сейчас ты паришься. Господи. Криса.
Криса. Я заберу. Хорош. Я заберу. Эй, да хорош, да. Боже ты мой. У меня ни хрена нет. Хорош, закайтил крайний тик. Жесть, вот это они меня ненавидят просто. Я лучше уже слетаю, я не буду ТП отменять. ТП отменять не будем. Чуваки, вообще, ребята. Хорош. Давай, 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 шишир. А чё шишир не добил, да? Ладно, я не буду там же подставляться, там 5 героев. Хорош, добил шишир его. Отлично. Никто, я только, бро. Соливарня, как обычно. Соло надо держаться. Надо фармить больше, у меня вообще кнопок нету. Так, 2 секунды, да? Иди сюда. Он заберет. Хорош. Заберет. Что ты делаешь? Че, лагаешь, что ли? Спасибо, турист. Я на next сделаю все, не парься. Все будет огонь. Все будет огонь. Главное фармить еще, не забывать. Ребята душат. Крипов вообще почти не вижу, только файты. Пацаны молодцы. Хорош. Господи, как они активно на меня работают. Я в шоке. Ребят, хорош, не душите меня так сильно. У меня вообще ничего нету просто. У меня вообще ничего нету, пацаны душат меня тупо и все. Юбер папа. Раки в драке. Оу. Раки в драке. Сразу лечь на одну. Поиграем сегодня. Ты, бро, ты лучше заранее закинь сразу на сколько игр. Я потому что забываю. Вы меня постоянно закидываете, я не могу это. Привет, Алан. Сколько лет и впервые? А я-то видел их еще давно. Господи. Мои родители не видели. Совсем не дают фарма. Ну кто у нас на фарме? У нас на фарме больше никого нет. Ребят, слушайте, может как-то... Что-то как-то сделаем так, чтобы я фармил? Возвращай меня на Б. Как-то они мне вообще не дают фарма. То есть я стою в постоянном напряге. И может мне кайтить просто надо и все. Кайтить их и все. Потому что крипов вообще совсем нету. Они в миду стоят. Хорош. Зря, мне кажется, он забрал. Да ладно. Ну да ладно, не, я не пойду дальше. Да что тут за центрики? Прикинь, в центре второй раз стоит. Да не хей, че я, мы играем просто. Алло, успокойтесь. Хватит, пацаны. Мы просто, это просто обычный гейминг. Обычный гейминг и все. Просто катка. Никто никого не хейтит. Пацаны, жесть, конечно. Меня прям... Кресты. Это жестко. Это жестко. Но я, скорее всего, умер тут. Что-то мне подсказывает. Хотя нет, еще живой. Но сейчас ТП сделаем. Ремнант я оставил. 1800. У нас там проблема, что я единственный, кто должен фармить, но я вообще не фармлю.
Почему звука нет? Потому что у тебя волюмей нету, братан. Волюмей не догрузил. Господи. Не надо, пожалуйста. О, жесть. А можно как-то? Я всю игру против четверых-пятерых стою. Давайте, наверное, просто закроемся и все. Почему я страдаю всю игру, а пацаны фармят? Вивер не затащит эту катку. Я только затащу эту катку. Потому что я понимаю эту игру. А там ребята, я не знаю, понимают. Нет, ну типа я стою, всю эту игру потею просто. Меня гоняют, гоняют. Этот спокойно фармит. А у меня 4 пацана что-то как-то афакашат пока. Там саппорты очень активно играют. Вивер сдох сразу, сейчас вылезет. Пальцы ему сунут. Так, ремнантов у меня тут, естественно, нету. Печалька. Не знаю, Папич Д2 же не играет. Ты о чем? Погнали. Делаем ТП. Хорош. Если норовить застилить Криса. Так, прапываемся. Давайте, знаете, что сделаем? Тактику сделаем сплитпушевую. Ох ты. Давно я тебя в играх не видел. Отсутьте, как обычно. Хорошо, бро. Я, короче, знаете что, тактику сплитпуша и буду в драке приходить. Давайте так делать, потому что, типа, не варик. Тут я стою, потею и не фармлю. Let's go. Ну как не поддержит, вы интерес совсем не одобряет. Ну, значит, шли их в бубен и делай то, что надо, брат. Все, прислушайся к себе. Прислушайся к своему, так сказать, делу и все. Прислушайся к себе именно. Что тебе надо, то и делай. Зачем кого-то слушать? Зачем кого-то слушать? Так, такое себе, да? На низу очень много фарма. Го на низ. Будем сплитить. Пусть пацаны в команде думают что-то. Мое дело будет сейчас фармить. Совсем артефактов нету. Все время вот эта беготня очень сильно ударила по моему карману. Беготня причем такая, знаете, я бегаю, пытаюсь жить просто. Не варик драться. Жесть. Смысл отвечать, если у него звука нету, тем более. Парень на рофле. Аверно. Хорош. Погнали, лисочек. А вы как хотели, он фулл фри стоит. Естественно, там радик будет. Меня всю игру гоняли, а вы где были? Вот это вопрос уже. Вот это вопрос. Так, жалко, что Flame Guard кончился. Но фарма, к слову, у меня вообще нету. Парни сделали свою задачу максимально хорошо. Захейтили. Да какая свадьба? Свадьба 29-го. Ты чё? Свадьба 29-го. Он on the house. Ферма хоть какая-то. Там саппортингом выиграют. Если АБФ не успею выфармить до того момента, как нам ХГ снесут, это будет плохо. Так, Курен решил немного фарма подзабрать. Трал еще будет закрывать меня. Очень неприятненько. Сюда. Дазлинг. Не говоря уже о пацане на этом. Пацанчик на этом, как его? Как называется? Бонни Флетчер, вот как называется. Хорош. Панины нога, конечно, знаю, брат. Ты шо? Ты шо? Ты шо, конечно, знаю.
Так, чуваки, let's go. О, хорош. Давайте рассредоточим их. Салават, привет. Салават. Что, они решили в лесочек, да, сбегать такие? Чи нет? Салават. Жесть, у меня недофарм лютейший. Пару драк бы провести хорошеньких, только у них саппинг очень хороший. Пока колотим. Три кемпа. И let's go. Хорош. Мана нету на драку. Let's go, попробуем. Почему нет? Это минус смелый. Хорош. А, крип. Задушил. Идите. Если сейчас тут еще и боны будет, это, конечно, вообще... Вообще печалька. Надеюсь, боника нету. Хорош. У меня бейфилс почти имеется. Почти бейфилс. Жесть, он жирный. Маны нету. ЗБ. Где вчера был? Я говорил, что вчера у меня было знакомство с родителей. Ну, я, короче, быканул. Можно так сказать. На Дазла, у которого там миллион артефактов. Чалька. Никак не поддержит это, ответил. Что-то там такое еще было. Тут, скорее всего, БКБ даже придется делать. Там команда более балансна. Не знаю, у нас как-то, мне кажется, все плохенько. Так, ну фура работает, да? Чуть до БФа. Мне БФ нужен срочно. 24-й, чтобы отпушивать. Я на БФе смогу отпушивать спокойно. Пойди, Вивер. На топе Бонник убивает, да? Такое. Не говорил об этом в сообществе. Я и не собирался говорить об этом в сообществе, бро. Ты шо? Это мой БФчик. Это мой БФчик. Хороший ус. Трипл килл на вставочку. О, щит. I'm sorry. Да, отпуш, конечно, лютый. Отпуш, конечно, лютый. Гоу, БФ есть. Работаем. Работаем. О, не успеваю ТП. Только. Так, по миду, пацаны, да? Там очень много будет зацепа. Да, ЕС совсем не играет. 1-4. Ой, 1-4. Где ЕС? 3-6, 1. 1 ассист ЕС. Надо карту закрыть, чтобы не снайпили. Let's go. Большая разница между ними. Ну да, большая. А что, нет разницы? Конечно, есть. Блин, ну это ЕС, это, конечно... Этот ЕС, это, конечно, что-то. Этот ЕС приколист, походу. Ладно. Ну, ЕС, если рофлит, то почему нет? Хорош, я подвязал его. Там крест будет еще. Крест будет еще. Найс. Бобник ходит. Давай бобника задушим еще.
Найс. Чувак, стой! БФ-сам руби, да? Оп, есть. Хорош би. БФ-чик есть. На топе этот. Ломаем тут. Что делать? Так, сюда. Все есть. Тэшку, тэшку, тэшку можем, братец, забрать. 110. Да, хватает мне тут, в принципе. Хватает. Отлично. Привет, ты знаешь каких-нибудь стримеров с Казахстана? Много знаю. Много пацанов знаю, пацаны молодцы там. Красавчики езжи. Формируем пока. Хорош. Нет, это не Янс, это Зевс. Зевс сам играет. Зус. Я запулил, подошел, найс. Хорош. 2700. Ча, криток сделаем. Криток сделаем. Найс. Хорош. Отлично. Да, я знаю, господи, парни. Успокойтесь. В чате прям. Ажиотаж Хайпович. Молодцы, парни. Дасты возьмем, надо дасты. С дастами надо топ гангануть. Отлично. Дайте там, парни, дастики. Приветствую. Рад видеть. Так, молибденчик на некс, значит, да, заходит. Осуждаю. О, что талант. Тут бы линку сделать, да, ребят? Я даже не знаю. Там столько зацепов. Да, дефолт, наверное, да, могу. И погнали. Да могу дефолт, так, боны. 5 мид. Боник там еще. Право гоним сделал, хорош. На нексе с течение пары минут не зайду, анхолд, окей. Окей. Как скажешь. Как скажешь. Хорош. Иллюзии. Скади, нет, Скади тут не нужен. Зачем? Скади не нужен тут. Скади тут не нужен. Подстакиваем, подфармливаем. Сейчас Буризу сделаем, чтобы можно было анпушить. И нормально. Ребята, драку пошли сеять. Там 4 сразу будет. Они соло ходить не будут. Соло ходить они не будут. Соло ходить они не будут. Да, вард стоит. Вардецкий. Хорош. Т2, гоу. Т2 в размен на Т1, нормальный размен. Ну, я умер, скорее всего. А, нет, еще живой. О, все, нет. Слишком много нажали в меня.
Тут без шансов. Быстро они пришли, а у них еще дагера на Т2 прилетели. Жесть. Крысы. Уйдите. У меня главное ставить статику и все, а дальше там проблем никаких нету. Это будет проблема серьезная. One shot. ВВП. Внутренний валовой продукт. Жесть, там на команду все собрано. Печалька. Вижу, теперь не мальчик, а мужа. Ты давай не рофли так сильно. Ты сильно так не шути. Шутка, смеяться хочется. Че, никто не хочет помочь, да, этому таракану? Тяжко. БКБ надо. Я БКБ не смогу в статике нажать. Тут, скорее всего, что-то... Я даже, если честно, не знаю, что тут нужно против трала делать. Потому что тут нужно позиционку будет держать. У нас нету такого героя, который бы на себя все принял. И я всю игру принимаю все на себя, потому что стою на передовой. Сейчас вот сюда Курумагас. Сюда ТП. Можно на низ ТП, конечно, да. Вот тут одним фистом. И это Буриска. Это Буриска. Хорош. Его можем, мне кажется. О, жесть, фиссура. Но надо подвязать. Хорош. Станчик сюда. Леон пришел. Хорош, я подвязал его. Это настоящий трал. Хорош. Надо как-то работать, парни. Нет, не буду точно, ему это не нужно. Это точно нет. Давай, 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 работаем. Дим your poison. Отошли. Пойдет. О, тут сейчас фарманем еще. Сам научится. У меня племянник так. Целыми днями сидит со мной на стримах. Целый день на стримах сидит. Так, а что будем делать со сплитом, да? 3300. Надо что-то full escape сделать. Наверное, сделаем этот линку. Аркадий, не те тиммейты. Ну, что-то как-то скучненько на самом деле. Меня всю игру гоняли, Питу дали максимальный фарм. Какой можно дать? Но это фигня. Можно переиграть. С Узбекистана слот на Next. Подчеркивание Ксин, подчеркивание Азиас, подчеркивание приятного стрима. Спасибо, брат. Салам Узбекистану. От души. Давай на Next залетай. Виверлинку хотя бы купил к 90-й. Это радует. Так, 3700, да, значит? Ну, они сейчас пойдут на топ, походу. Мне надо сплитить. Тупо и все. Вот такие сплиты, и тупо пофиг. Он вот этот один, по идее, там. Он один. А, нет, два уже. Ура еще. Два уже. Манта мне просто маловероятно, что поможет. Я соло не вытяну, много урона надо. Го мид толкать. Толкать. Т2. Но лучше перестраховаться, линку сделать, потому что там много таргета. Там и Глимс, и Хекс, и Стан, и Фингер. Там все есть. Неприятно будет очень. Очень неприятно. Очень неприятная тема.
Вот сюда. Но я чувствую, 5 на 5 мы прям не потянем. Шансов 0. Откуда крит? Не знаю, брат. Я ж криты не собирал вроде. Гоним бы виверу. А у него лагает, он говорит, не может играть. Так что я хз. Так что я хз. Лагает, парень говорит. Парнишка говорит, лагает. Ага, крипов нет. Finger in ass. Да, вот, кстати, и есть. Фингер мне в задницу пихают нормально. Ой, заблочил, я думаю. Но сейчас как бы сделаю все дело. Он заблочил. Опа. Фиссуру, брат. Оп, хорош. Хорош. Но линка есть, это моя вторая жизнь, так сказать. Уходим. Меня обходит кто-то по речке. Обходит кто-то. Я, скорее всего, умру, но это не точно. That was my plan. Слот варсел на пару игр, бро. Француз! Спасибо, брат, сделаем. Гоу туда. Давай, бро, замутим. Замутим. Го, Т2. На пару игр. Давай, брат. Спасибо тебе большое. На некстик у нас прям заряженка. Спасибо, ребятки, за актив в чате. Не забудьте поставить лайк. Кому хочется. Ставишь лайк. И все по кайфу. Спасибо, парни. Ему пофиг. С руки, конечно, драться с ним. Оу. Хорош. Отлично. Линка все-таки заходит что-то до диспеля. Хекс диспеля уже хорошо. Погнали, Т-шку попробуем. Гоу побьем. Просто смотрел, ну да. Пацаны просто смотрели, стояли. Этих смываем сразу, как тараканов. Жалко, нету ремнанта. Это байбек. Это плохо, я с рутов долго не выйду. То есть... Да, не блоч. Нету ремнанта! Нету ремнанта! Господи. Но меня трал люто контрит. Пойдите. Хороший байбек. Да, конечно, тяжеленько. Тяжеленько. Нет, молнии и мусорка, братан. Писты, сплэш, самото. Сюда надо что-то еще дополнительно живучее добивать, потому что, ну, это жопа. Живучесть надо. Почему Тини левый не бьет? Да он правша. Это ж логично. Это ж логично. Броня адеката сам, кстати, как там? Golden Shodota. Shodota. 5 слотов. Жесть, у меня на Next чуть ли не 9 слотов уже забито. Ребятки, пощадите. Я не умею, говорит. Октарин. Кстати, Октарин, да, для ремнантов. Но сейчас посмотрим. Октарин и... Я БКБ не смогу в статике уже. Когда я в статике, я не смогу уже БКБ нажать, парни. Понимаете? Поэтому нужен какой-то жир. Я, скорее всего, сейчас сделаю Октарин, и что далее я докуплю? Возможно, рапиру и все. И с таким будем билдом стараться как-то выигрывать, потому что, ну, шанса другого нет. О, Михаил еще туда же, да вы че? Просто битва донатеров. Спасибо, Михаил, большое. Мы сегодня с Аланом мажорите, кстати, от души. От души, бро. Давай на некстик я захожу, дорогой. Спасибо. Сколько у меня? 3700, да? 3700. Нету его, да? Ушел уже.
меня еще два слота, стики. О, все, я поплыл. Чалька. Главное в замесе не залагать так. О, вивера зацепили. Зацепили. Да хорош. А что ж такое-то? О, и четвертый тут еще. Что ж так задушнилы вы какие-то? Это ужас прям. Это лютые душнилы прям. Оппоненты душнилы называются. Тут еще Бонни где-то. Арчит будет. Топ толкайте. Оппоненты тупо душнилы всегда в пятером. Я промахнулся по нему, осуждаю. Брат, ты можешь кнопку нажать тут, если что. Ну, я не буду ничего писать ЕС, это его заморалит, наверное. Странный ЕС. Игроки-фермеры. У нас катка называется ферм-катка. Ферма. Лютая ферма, даст, берем. Вместо стика. Опа, 2 ТП. Хорошо. Низ откайтили. А у него ТП-шек нету у фуры. Чалька. Чалька. Так, есть. На 60-е. Тут проблема, если они меня закроют, я умираю, как бы, да. Не иначе. Если, если закроют. Если не закроют, я вынес. По идее. Но у нас, по сути, тут я один играю, я так считаю. Потому что нету такого, знаете, чтобы команда что-то... Чтобы команда что-то как-то, ну, знаете, за меня делала. Мне, я всю игру потею тут тупо. Всю игру пот. Тупо лютый пот. Пацаны вроде что-то делают, но... Не сильно что-то делается. Да добейся ты. Хорош, я пошел по топу. 5-400 имеется. Хорошо сейвит. Они там, у них лучше синергия. У нас, по сути, игра... Странновато. Мне кажется, нас Бонник пасет. Что-то мне подсказывает. Туда нет смысла прыгать. Ну да, меня Бонник все это время пас. Я так и понял. Хотя даст и даю, но я его не вижу. GG? GG? Я вышел отлично. Хорош. И обратно вышел. Отлично. Видели, какой зацеп? Пацаны цепляют тупо. Тупо цеплятели. БКБшку, блин, не знаю, БКБ пробовать и драться с руки. Я один не потяну драку. Один я драку не потяну. Рапиру я делать не буду, потому что у Бонника промах. Жесть, вот это цеплятели, да? Таратенс не нужен. Тут можно было ксина боевого собрать именно через этот. Я хочу сплэшем побаловаться. Дискорд, да, чуть позже раскидаем. Пока что так делаем. Вместе надо. Октарины. Хорош, там много слотов. Это жестко. Ну, не. Надо улетать отсюда. Но мы эту игру проиграли, скорее всего. Я один тут играю. Тяжело будет. У нас нету никакого героя, который помогал бы мне. За мной бегают. Я, наверное, БКБ попробую сделать. Наверное, БКБ попробую сделать, чтобы можно было драться.
Нет, Дискорд продадим. Дискорда время уже вышло. Дискорда время уже вышло. Пусть ТПшится кто-то у них. Угу, ТП есть. Пит ТПхнулся. Вот их сейчас надо убивать. Два героя ушли. У них хотя бы боник еще есть. Цеплять надо, убивать любого. Я БКБ-ху бахну сейчас. Октарин на деф, а атака какая будет? У нас атаки нет. Видишь, как бы тут атака вся, это мои какие-то действия. Либо я тупо докуплю рапиру и буду стараться на фистах играть. Но мне не дают фисты, фистами играться, видишь, они как бы... Толпой держится постоянно и очень тяжело. Этот трал старается в меня постоянно все поставить, контроль на меня имеется. Тяжело будет. Ого. Файт, но мне кажется, проиграно будет. Фисуру, фисуру, фисуру. Ух, тут боксер. Ксень, привет. Привет. Я из новых подписчиков. Здорово. Можно слот? Еки, подчеркивание, Чан, хорошего стрима. Еки, Чан, брат, сделаем. Спасибо. Спасибо, бро. Сделаем. Сделаем, Еки-чан. Спасибо, дорогой. Замутим всю тему, брат. Здесь все варды находят. Еки-чан. Давай, бро. Что-то я не подумал, а как я сюда пришел, а как я уходить буду? Да, лоу. Я сюда пришел, а как я буду уходить? А как я буду уходить? Вопрос хороший. Пацаны тупо по лайнам гоняют? Оу, щит. I'm sorry. Да, но тут, скорее всего, мне сейчас будут лицо ломать. Дайте добить. Ну, хелпа нужна мне тут. Просто соло гейминг. Всю игру соло гейминг. Жесть. Так, так, что там? Еки-чан, окей. Давай, бро. Let's go. Что-то мне это не нравится совсем, эта игра. Я всю игру один бегаю. Неужели придется делать БКБ? Я так не хочу делать БКБ, это жесть просто. Там все на меня, на контроль весь. Вивер вообще голый, 50 минут, посмотрите на него. ЕС такой же. Да. Потно. Этот рефреш делает. Две кнопки у меня будут жать. Давайте БКБ попробуем. Типа вот сейчас трал подошел, да, можно подраться. Но надо БКБ пробовать, не знаю, и драться с ними. Другого варианта я не вижу. Сейчас продадим диск. Гируч у нас тоже ничего не имеет особо. Печалька. БКБ пробуем. БКБ пробуем. Я другого варианта не вижу. Мне тут не варик что-то придумывать. БКБ не поможет, там аганим. Да надо до аганима нажимать. Другого варика я не знаю. А что тогда? Рапиру? Так у меня ни урона, ничего нету. Почему я должен за соло за собой, за себя думать, брат? Ой, за всех думать. У меня же команда есть. Но только все как-то плохо в команде, слотов нет. В этом-то и смысл, брат. В этом-то и смысл, что тут нужно что-то такое, что может перевернуть игру соло. Вот и я не знаю, что собирать. Тараску. Тараска точно нет. Ксину, Тараску где-то такое видел. Попробую рапиру. А мне не дают даже уйти они. Тараска говорит. Линк Тараску, да? О, три крита подряд. Вы видели такое? Когда-нибудь. Я нет.
Так, ну там башер еще до кучи, да? Три тысячи Б. Заставляют макром ее поработать. Еще один слот заранее. О, я забуду. Один слотик заранее забронирую. Я ждал вчера стрима. Хотел уже на карту кинуть. Не-не-не-не, я же сказал, стрима не будет. Вы че, ребят? Я же сказал, стрима не будет. Спасибо, бро. Но я уже запутался, сколько там слотов. Тут игра долгая будет. Тут игра очень долгая будет. Нет, второй БФ точно нет. Второй БФ точно нет. Мы уже слабее намного. Я попробую, наверное, вабан крапиру. Вабан крапиру попробую. Хотя я не могу драться, если меня трал накроет. Это ГГ, это конечное. Это ГГ, это конечное. Это ГГ. Я подумал, рапиру надо. 5500 есть, да? Хорош. Трал рефрешер. О, есть. Трал рефрешер, пацаны. Я могу в прессинге лютом держать стороны постоянно. Постоянно лютом прессинге стороны могу держать. Два героя внизу. Go. Попробуем. 5400. Рапира до первой смерти. А ты как хотел? А, Сендри пропал, прикиньте. Сендри пропал. А, пацаны уже бегут. Было бы круто. Пацаны, ну куплю я, допустим, БКБ. Но в любом случае... Драться... Я не смогу, 360 урона, я не передамажу с руки. Мне в любом случае нужны кайты. Кайты нужны. Нужен какой-то фистовый дэмэдж лютый. Фистовый дэмэдж и погнали. Как-то так, я не знаю. И надо, чтобы кто-то танковал. Линка есть, но на одной линке я далеко не уеду. На одной линке я далеко не уеду. Ну, можно его забрать, по идее, да? Ой. Чалька. Он заберет всех. О, трал прыгнул. Хорошая трала, можем забрать, да? Мужик. И вот этого пацана тоже. Хорош. Йоу. Ясно. МКБ сработает, не улетит. Хорош. Го сторону попробуем. Все три ремнанта потратили. Вот сейчас можно попробовать передамажить. Ес, ульта. Беру вещи. Зря он вывел его. Он сейчас пока обратно зайдет. Столько времени потрачен. А
АИС немножко не доигрывает, но вроде нормально в целом. Должны успеть забрать. Боже, это фиссура, это трэш. Мистер Фиссура. Не дыши. Все, забыс. Отлично. Мистер Фиссурочек. Все, байбек. И знаете, что надо сделать? Хорош. Ну там жесть задушила на вот. Здорово, Рампаги 01. Здорово. Салам, хорошего стрима, можно. Спасибо, на Next залетит Рампаги. Я не знаю, братцы, на Next, не на Next. У меня уже слотов там столько забито, поэтому те, кто сейчас будут уже крайние донаты кидать, скорее всего, будут пропускать, парни. Я не знаю, сколько у меня там слотов на данный момент. Закрыто или открыто, ребятки. Так что извините, если кого-то сейчас в игру не пущу. Я буду вот сначала списка начинать. Кто донатил. И будем разбираться. Если что, потом через игру. Если что, через игру. Сори, ребят. Спасибо большое, брат. Постараюсь слот найти. Постараюсь. Так, тральчик бежит, да? Обиссал. Три героя. Надо, знаете, как если только нападать, фистить. Фистить и отлетать. Хорош. Дазлинг. Отлично. И Бубацк надо еще. Бубацк. Сейчас крипы резнутся, нападем. Нормально будет. Ну, только раскайтами. Найс. Жесть, мы тут вдвоем работаем. Опа. Хорош. На Б прилетаем. Отлично. Душим. Регенимся. И прилетаем обратно. О, щит. Вот так сделаем. Просто раз, кай, тайми. Жесть. Один удар. Хорош. Байбека нету, да? У меня ремнанты. Так, ну это была Егис, хз, еле-еле как. Плюс я байбекнулся. Ну это плохо. Жалко, там криты не выпадали. Я сливаю, но не хватает все равно, не хватает. Сливаю, не хватает дамагера дополнительного. Хорошая драка, в принципе, была, но не хватает тоже по байбеку. Очень тяжко. Жалко, ремнанты долго кдшится. Идет. Парни. Боже, как же заставляют потеть, это жесть. У меня вся команда по 15 раз сдохла. Сорян. Сорян, парни. Тут я как бы такое не фильтрую. Шейкер слабый. Да тут как бы, знаешь, 4-14, 4-15, я на своем горбу пытаюсь как-то их тянуть.
но не особо получается. Тяжело очень. На своем горбу очень тяжело вытаскивать ребят всех. Приветствую. Да, аккуратно. Подрабатывать их. Кого на карте нет? Это плохо. Бай-бай, кдшится. Вот чё вы ко мне идете? Не надо ко мне идти. Бобника заберем, брат, фист КД. Ах ты, Крис. Хорош. Фист КД. Круто было бы Октарин сделать. Очень круто. Так, ну там рефрешер еще есть. Вард, по-моему, тут стоит, да? Четыре, нет. Ну а типа смысл, если мы драться не можем? Мне надо, чтобы Вивер не сдох в драке. ЕС вообще, ну типа, вот у него все не в КД. Я не знаю, что он делает всю драку. Я-то раздамаживать пытаюсь, Вивер наводит суету. А что делает ЕС тем временем? Он не прыгает, он не дает фиссуру. То есть там фиссуру сейчас дал, отзонил, все, дальше ничего не делает. Вот сейчас бы был бы ЕС рядом, я бы напал. А так я не знаю, будут у них пацаны рядом тут или нет. Пацаны есть тут рядом или нет? Оппоненты. Я не хочу тут сдыхать. Он дазл пошел. Если я сдохну, я без байбека. Дефить я не могу. Дефить я не могу. Приходится все лайны отпушать. О, ЕС с минусом, да? А попробуем. Ноль демейджа. Го на низ. Это, конечно, я тут один. Что ты хочешь? Ну, за фармы. Есть. Ргенимся. Вивер, не сдохни только, пожалуйста. Я соло я не задефаю. Мне нужен какой-то подкреп. Лютенький. Драться я там мне БКБ не надо. Драться я не подерусь. Спи там не подраться. Хорош, это минус ульт. Это минус ульт. О, мою куру слили, я забыл про нее. О, ЕС, брат, давай! Давай, ЕС! Хорош, хоть что-то сделаем. У меня ремнанты кончились. Но до дефа более-менее, если ЕС что-то делает, мы можем. Это жесть. ЕС тут, можно хотя бы что-то делать. Вивер без ББ, да? Плохо. Have one on the house. I'll put it on your tower.
Надо лучше улетать. Это вторая кура, давайте перебиндим. Сдохни, сдохни, Вивер! Вот сейчас бы ЕС прыгнул, да? ЕС прыгнул бы. Бай-бай, есть, да? Хорош. Десять тысяч золотых. Трал работает, трал не даст кнопки жать. Трал не даст кнопки жать. Так, ну по чуть вот стороны чуть подпушим, этого достаточно. Этого достаточно. Сейчас ребят начнем одевать. Эти 7 тысяч. Так где-то. Три 800, да? Ласки. На базе Виверу. Угу, хорошо. Тарашан, да? А дефема на топ. Или нет? Леончик один остался. Так, 800, да, значит? Отлично. Фармим. Фармим, что делать? Там аегисы. Я постараюсь сплитить просто их и все. Сплитить и все. Я не дерусь с боником. С руки. Я думаю заменить сейчас МКБ, либо на еще одну рапиру. Чтоб можно было прям нормально выдавать. Лучше, наверное, так и сделаем. Го, рапиру еще одну. БКБ и бараки пушает. Если питка мне в упор подходит, я там не запушаю, брат. Я лучше вторую рапиру попробую. Я фистами играю. Фистами и дефим, фистами играем. Наверное, МКБ-ху продадим. Сделаем one more рапира. Просто МКБ это еще дополнительно... Такой, знаешь... Непотерянная точка... Ну, то есть, точка возврата, да, получается? То есть, с МКБ ты... Имеешь... Хоть какой-то этот. О, жесть. Вот так вот, отлично. Вот она, рапира работает. Был бы сейчас этот, да? Ух, смотри, дазл с какими хп. Хорош, по миду. Эх, я не завязал его. Души, мистер Фиссура. Жесть, там столько ДПС вылетает. Мистер Фиссура. Мистер Фиссура. Не пробиваем просто. Не только на фистах с ним играться и все. На фистах играемся и все, больше тут нечего делать. От КД ультимативный. Надо от Вивера шмотки. Тараску какую-то. Тараску. Давай, давай, хорош, пита забрали. Байбек. Б. Байбек. У меня байбек есть, отлично. Хорош.
Вторую рапиру взяли, легче сливать уже. Отлично. О, куда ты летишь? Лол. Что-то я ж вроде шифтанул, нет? Печалька, я не шифтанул. Урёна душат там. Так, у меня ремнан тут стоит. Стоит, погнали по чуть-чуть. Стоит ремнантик. Хорош. Мне бы плюсик еще, вон пол хп у него остается. Каждый замес. Каждый замес. Он зашел отомстить, что ли? Ну да, только у меня команда все по 4.18. И как бы я всю игру Солянова пытаюсь что-то сделать. Ну, потная катка. Для меня потная катка, потому что я один играю. Сейчас Вивера по чуть одеваем хотя бы раскрипингом каким-то. Хотя бы чуть полегче стало. Так что хз. 73-я минута. Тупо раскрипингом каким-то пытаемся играть, я не знаю. Другого варианта, типа, я не вижу в этом гейминге сейчас. Цеплять будете? Вижу. Хорошо. Вижу. Виверу рапиру купить? Да нет, я пласки почти покупаю, пацану. Мне на байбек надо и на дополнительный слот в случае чего. Чтоб можно было как-то... Скилки. На базе вивер. Бетараску. Next место будет, бро. Я не знаю, брат, сколько у меня слотов там на next забито, так что извиняй. Пока тебе ответить не могу. Да, если шейкер один раз хорошо ворвется, будет вин. Один раз. Достаточно один врыв от него, и все. Один врыв. Будет GG. Доброго времени. Писурина. Так, линка КД. Надо ремнанта ближе ставить. Спасибо за подписку. Хорош, за мной побежали. Как же они меня не любят, а? Гералиота сломали, да? Вивер там гоняет. Ну, ломай. Фиссуру! Ну что ж ты, человек, фиссура-то промазываешь так? Господи, этот ЕС, это, конечно, потеря-потерь. Это потеря-потерь. Этот ЕС, конечно, это лютый парень. Прям жесткий. А если парнишка старается, потеет. Прям люто потеет. Вивер молодец, старается выиграть эту игру. Надо отойти. ДДшка. Заберу. Мне Муншарт не особо бустов дает, пацаны. Я играю только фистами в этой катке. Поэтому Муншарт, я не думаю, что... Хороший артефакт будет в этой катке. Так, у меня есть дополнительный ремнан, да? Ну, по чуть, если так, без ошибок, будем долбить их. Главное, куру еще подвести, в случае чего. Сделать вещи. Но, если честно, был бы другой герой, мне кажется, я бы закончил бы уже. Потому что ксином я тупо так... Так, ребята там откайтились, да? Хорош, крипы на миду работают, я топ ломаю. Пойдет.
Чуть не сдох, у меня ремнант кончился. Вивер в таверне, да, 70 секунд? Ну, гоу. Соло дефимся. 7-8. И мне дал он. Так, Гералёт. Больше обзора ожидаю. Кто? Муншард? Да, чуть-чуть больше даст. Но типа у меня... Сейчас я не знаю. Надо команду по чуть одевать. По чуть. Некров, собери. Это слишком много контроля будет. Да, верт нужен. 70 минут. Другой был бы... Да нет, нет, вряд ли. Нет. Тут тяжелая катка тем, что, смотри, смысл в том, что посмотри, когда мои команды, во-первых. Во-вторых, очень много контроля на меня. Мне приходится очень сильно аккуратно играть. Тупо. Но они меня поймать не могут где-то с минуты 40-й. Не могут поймать. Топ сейчас будет пушиться уже. Сейчас другие лайны будем растягивать по чуть. И если они ошибутся, если дадут драку хорошую, то это будет очень хорошо. Нам нужен парень на ЕСе, который начнет такие играть, кнопки нажимать. Будет очень хорошо, если он начнет это делать таки. К 90-й минуте, там, не знаю, к 100-й. У нас вертолет, смотри, 77-я минута. Если стоять АФК, у тебя больше слотов будет. И так вся команда. Это жестко. Это жестко. Лотар, это, конечно, круто, брат. Телепорты. Телепортер. Опа. Надо уходить. Урион у ГГ. 100%. А что тем временем делает вот ЕС, фармит? Вивер, ладно, только реснулся. Но это же бред, ребят. Это же бред. Ля, вард стоит, да? Криса. Вард стоит. Здорово. На байбек у меня есть. На шард тоже есть. Же есть. Рошана пошли, да? Но я топ иду. Хорош. Вставляем ремнанта. Погнали. Agreed. Как танк поживает, а? Стока поживает. Коля, я на твоем месте бы вообще рот не раскрывал. Дай мне дискорд Ягами, я его обоссу прилюдно при всем онлайне. Потому что то, что он рассирает, это вообще неприемлемо. Вообще неприемлемо. Чел вообще максимально фигню сделал. Так, ну это можно было топ ломать, кстати. Или не ломать. Хорош. Даблкил. Два байбека там, жесть. Ну нету ремнанта. Я бы слетал бы. Ремнанта нету. Б. 100к. А за 30к спроси. Вообще он черт. Чисто черт. Чел тупо черт. Тупо черт. Знаешь почему? Потому что он вообще... Не захотел играть даже и без доната. И Женя говорит, давай я 5к закину. Сыграем. Он говорит, нет, я только за 30к буду играть. Коля, если честно, от тебя такой двуличности я вообще не ожидал. Насколько ты потерянный чел. Ты такой чел, который, знаешь, вовремя в один прекрасный момент просто, просто продаст всех и все. Нельзя быть таким. Вот ты такой. Ты, конечно, извини, но ты такой. Я прав тут, в любом случае. Я никогда никого из вас не подводил и в любом случае. А то, что там этот рассирает на стримах, это понятно. Почему он это делает?
Потому что он был бухой и ни хрена не помнит, что он говорил. Но это ни хрена не норм. Это вообще ни хрена не норм то, что он делает. О, GG. Это GG. О, боже. Все, нету дамаги, но есть одна рапира. На деф. Деф. Стоим. На дефу. Рапиру я еще одну куплю. Я на вот этот случай держал золото. На этот случай я держал... Даля! Это что такое? В смысле? У вас тут варды стоят? Лол! Соло не получилось, пацаны. 4.20, 4.20, 6.18, 6.12. Это жесть. GG. ГГ. Наигрались. Наигрались мы в дотку. Я пацанам и слоты покупал, и все покупал. Тупо пацаны. Нормально делают. Я всем рапиры там запулил оппонентам. Но у меня типа тут в игре никто ни хрена не делает. Ладно. Я проиграл эту игру. Соло пытался, соло не вывез. Слишком тяжело соло вывозить такие игры. Убейте вы его, но ЕС, не ходи, дай фиссуру ему. Господи, куда ты ее даешь? Че с ним? На ЕСе. Что с парнем на ЕСе, пацаны? Есть какие-нибудь эти соображения? Убивайте их. Гирыч, в толпу забеги, умри. Братан. А ЕС может прыгнуть в драку? Где ЕС? Входит до сих пор. Ай, ладно. Ну и вивер красава один держится, но соло никак. Соло никак. Боже, и ЕС где там? ЕС так и не ворвался, да? Ужас. ЕС ворвался, непонятно в кого. Это провал. Это провал. Так, ну одну рапиру я отбил. С одной рапиры это хотя бы что-то будет. Байбека нету. Жесть, они меня там выцепили. Не хватает. Контрольчика. Чуть не хватает. Давайте вот так сделаем. Ужас. Центрики есть хотя бы. Так, что там по курочке? О, не умри. Ультани сразу. Так, ну 1700 крит, да? Хотя бы так. Хотя бы так. Хотя бы так. Байбека у меня нет, да? Байбека у меня нет. Отойду, чтобы стан в меня дал. И дает. Хорош. Расплечиваем. Не нужен виверу дезоль, брат. Зачем? Идите. У нас минус 2 под 100 секунд. Жесть. 5.22. 4.22. Ужас. Это жесть. Свет вырубили. Это жесть. Гирыча рапиру. Брату Гирыча за 85 минут. Я тебе сейчас скажу, что. Чекай. А, не пишется так. У Гирыча за 80 минут игры у него только этот грифс, который стоит 6000.
Ой, ору. You see my little patch. Что там, забрали такие ЕС? Ну, ЕС-то понятно. ЕС такой парень. Хулиганит. БКБ собери, не проиграешь. Да вряд ли тут дадут БКБ взять. Дазл идет. Смотри, меня ищут там. Шукают чисто. Вивер работает всеми силами. Говорится, гейм, все гейм парадом. Next будет или на следующее ждать? Брат, я не знаю, когда эта катка закончится. Ты, конечно, извини. Я тебе сказать не могу. Мид надо подпушить как-то. Вот сюда. Ты где был, когда он два раза выиграл по 1000-2000? Я тебе не буду объяснять ситуации всей, и ты сейчас вообще не туда лезешь. Это вообще сугубо. Как бы, ну, не твое дело, брат. Там за языком не следили люди, и парень мой, спонсор, предложил сыграть каточку бесплатненько. Ну как бесплатненько? Говорит, типа, ну давай сыграем там сколько денежек там надо, заговорит, закинь. Ну 5к за выигрыш, 5к за выигрыш, говорит, даю. Тот чел говорит, нет, не надо мне ничего, давай вот за 30-ку буду. Я говорю, ну окей, все понятно. Дайте Леви мутик, пожалуйста. Дорогому. Филубеку. Давайте попробуем, я не знаю. Тут остается только в NVM пушить, там несколько хиксов. Попробуем центральную поддушить. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме от души. Сейчас нужно аккуратно все это раскайтить. Вторую рапиру мне нет смысла сейчас брать, денег нету. Байбека у меня тоже нету. Попробуем, давайте сделать. А где рапира? Ой, рапира, господи. Дай мне вот эту штуку сюда. Хорош, куру там ведем. БКБ мне не дадут статики нажать, поэтому нужно будет как-то сейчас зайти. Как-то низ у них постоянно под пуши. О, нашли там пацана. Центрики нашли. Мне нужен байбек теперь. Бубацк нужен. Бубацк нужен. О, вот сейчас зацепить можно же. Ну, фиссуру. Ну да, и все, поздно, улетел. Улетел. Как же ты долго думаешь? Просто фиссуру дал бы, задушили. Фиссуру долго дает, парень. Фиссуру долго дает. Душите, что делать? Я пойду на топ. Попробуем в БКБшке подработать. Так, я сломал, есть одна тема. С горем пополам доломал. БКБ хап КД, байбека нету, да? А не сломаешь ты там в бэкдор. Он работает. Это там в бэкдор работает. Го, попробуем. Ну, доламывать вылезет по-любому. Ладно, оставляем. Хорош. Хорош. Так, 1-2 барака остается, да? Го сюда. Так, вот делай, да? Вот сюда. Хорош, сюда. Ну, суицидалочку только 9 секунд отсчитывать. Боник, кстати, нормально сделал сейчас. Он запушил. Где там траволеха? Ложим сюда. Отлично. Так, по 50 секунд пацаны курят. Они в анпуше постоянном сейчас. Опа. Давайте сделаем вот так вот. Полетели. 4 по миду идут. О. Адефа. Хорош, я улетел. Цеплять, надо цеплять. Я улетел.
Арош связал. Арош есть. Так, делаем, да? Гриппи страдают. Вот сейчас бы туда ТПшечку, да? В принципе, у меня ремнан стоит. БКБ-ки, БКБ-ки только нету, да? А, ну я как обычно лоу-хапового крипа лечу. Когда он... Ну, сори. Но надо цеплять вот этих тараканов. Будет очень хорошо. Не могу никого зацепить. Жесть, как я далеко был. Я сейчас так нафейлил. Фурион там работает. ТП у меня нету. Жаль. Можно было сейчас очень хорошо сделать. Так, байбек у меня есть. Уру для рапиры вот сюда подведем. Трон у них хапает. Ремнант здесь оставляем и работаем. Ракета летит. Хорошо. Ласт барак остается. У нас остается 18 секунд КД Блэкинг бара. Хорошо. Ремнант оставляем где-то вот здесь в кустах. Давайте низ подрастянем. По тактике будем работать. Низ растянем. Растянем боковые. Мид они будут вынуждены постоянно дефить, и трон будем сцепить. Неужели ты затащишь с такими раковинами в команде? Я не знаю, брат. Обидно за тебя бывает. Я не знаю, брат. Зачем такие криворуки вообще заходят играть со стримером и позорятся на весь ютуб? Я не знаю, бро, но это лютая игра. Прям максимально лютая за счет того, что прям, ну... Прям, ну, ужас. Я не успел. Так, я успеваю за рапирой. Питлорд байбек тоже. Там трон работает, да? Хорошо. Но я суету чисто наводить буду. У меня дэмэджа вообще нету сейчас. Рапира лежит, вижу. Я заберу ее. И мид можно будет барак этот подбить, да, я так понимаю? Отлично. Ой, какой крит вылетел. Как же это мне на руку, ребята. Нет! Нет, ты пешься! О, дема! Ребята! 6.24, 4.24, 8.20, 8.15. Это пока что на данный момент. Но мега-крипы есть. Это жесть. 90-минутная игра. Так, что по курьеру? Курьер висит, да? Хорошо. Ну, есть БКБ-ха почти, да? Давайте, знаете, что сделаем. Вот так вот. Я с Дмитрием полностью согласен, что тяжело именно затащить соло такую игру. Потому что тут, ну, рили. Меня всю игру в начале генгали. То есть, если кто начало видел, это начало, это вообще лютая тема была. Всю игру меня гоняли. И чуть раньше, может, закончили бы. Чуть раньше. Давайте все расцентрим. Есть. Отлично. Так, 93 минуты, ребята. Прожмите лайк за такую игру, парни. Лайк. Т2 поставим, погнали, пройдемся. Хорош. Понял. Как хорошо, что ремнанта оставил. Уф! Ремнанта оставил, КП свой засейвил. Так, ТПшится обратно. Опа, кого забыл? Бобника? Ну я не успею. Не успею. Там трон уже лоу хп. Якобы зачем? Нет, я осуждаю то, что он сказал, что типа зачем раками играть, типа каждый подписчик имеет право сыграть. Но осуждаю именно тот момент, что играю соло. А так, ну, что соло, вот это тяжело мне. Я говорю про это, а не кого-то там оскорбляю и тому подобное. Вы как обычно, короче, пацаны. Как обычно. Окей. Боник находит, на тревел 2 летят, убивают, да? Гоу, работаем. Опа, работаем. Работаем, называется. О, поработал. ГГ. Я БКБ-ху не нажал, не думал, что надо нажимать там. Ну, трон лоу-хаповый стоит, не умри. ББ нету у меня. 100 секунд.
GG. Семьдесят секунд. Уйди. Так, рапир у нас нет. У Верта две рапиры. У меня рапир ни одной нету. Можно, знаете как? Что можешь посоветовать? Учиться на программирование или работать на заводе? На программирование всегда по кайфу. Почему нет? Платят там офигенно. У меня два знакомых друга с Краснодара. И они, у них ЗП по 200к. Они эти, программисты. Сидят в тандере, в магните. Пацаны. Жестко. Жестко. Не знаю, гирыч с рапирами, а толку нет. Так, но мне нужно бы нафармить, я не знаю. Трон 800 хп. С трона они выйти не могут. Мне бы дождаться байбека и выфармить байбек. Приветствую. Надо грамотно как-то обставить тут игру, потому что если байбека не будет, они могут в НВМ пойти. Там хекс еще появился, очень много контроля. Если я БКБ не зажимаю, это шансов у меня ноль. В принципе, мне и так подойти, да? Верту, БКБ и соло может. Ну, пару сентрей. Здесь поставим. Хорош. Вивер там работает по баракам. Опа, вивера поймали. Потянули. GG виверу, походу, да? Хорош, я отошел. Трон падает! GG! Но это жесть! Это жестко, ребята. 97 минут. 6.25, 5.24, 8.21 и 8.16. К слову, КДА моих оппонентов 23.11, 7.14, 6.9, 39, 8, 21, 13. Как они это не выиграли? Я не понимаю просто. Ну, это очень жесткая катка, я не знаю. Наверное, за последние... Вот полгода назад я играл 110 минут. И эту катку мы играли 97 минут. Вот это достойная игра, серьезно. Поставьте лайк за такую катку, ребятки, от души. Ну, не знаю. Очень жесткая игра. Прям максимально жесткая. Надеюсь, вам такая понравится. GG. Красавчики.